Обыск в учебном общежитии. Собаки ищут наркотики. Так проходит акция безопасности среди молодежи от сотрудников органов внутренних дел. Мероприятие направлено на выявление фактов употребления и продажи запрещенки в образовательных учреждениях края. В прошлом году во время проведения акции в профилактических мероприятиях приняли участие более 167 тысяч детей и подростков. Благодаря сообщениям граждан выявлены 99 преступлений и 87 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ликвидированы 3 наркопритона. Из незаконного оборота изъято 28 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Статистики по этому году пока нет. Работа идет. Причем особое внимание полиция уделяет взаимодействию с населением. Именно благодаря жителям удается задержать наркодельцов и предотвратить преступления. Пакетики приготовлены для рассылки. Этот случай произошел на днях во Владивостоке. Оперативники нагрянули к подозреваемой по звонку от неравнодушных горожан. У женщины 34 лет изъяли приспособление для изготовления и употребления наркотических средств. Установлено, что в период с сентября 2016 по январь 2017 года женщина систематически предоставляла свою квартиру на улице Акатовой наркозависимым людям для потребления синтетических наркотиков и наркотических средств каннабисной группы. На подозреваемую завели уголовное дело. За организацию наркопритона ей грозит заключение в колонии до 4 лет. Антинаркотическая акция «Территория безопасности» продлится до 7 марта. На этой неделе стартовал второй этап. По словам организаторов, в первую очередь сотрудники полиции намерены провести профилактическую работу с несовершеннолетними, которые живут в семьях, где их родители стоят на учете в наркодиспансере. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.